Коммунистическая партия Российской Федерации обязательно вступится за родных сельчан. 26 июня в Государственном Совете пройдет круглый стол, где будут думать, как поддержать аграриев при вступлении в России во Всемирную торговую организацию. Сегодня созвали пресс-конференцию. Сказали, что к разговору, а он обещает быть принципиально жестким, пригласят депутатов, экономистов и юристов. Коммунисты уверены, фермеров нужно подготовить. Морально познакомить с международными правилами ведения бизнеса, материально дать субсидии и кредиты. В итоге предложение экспертов направят в федеральный центр. Необходимо выработать программу, защиту, механизм защиты наших товаропроизводителей не только 1-2 года, 3-4 года. У нас сейчас идет параллельный бюджет 11, 12, 13, 14. Точно так же мы должны заложить средства. И это не говорит о том, что это опека во всем. И наши фермеры, и товаропроизводители должны готовиться к этому.